Итак, отель, который приютил нас на неделю, видите, его называется «Эйфория». Вот такое. У меня сегодня настрой получше. Просто вчера, наверное, я сильно устала, поэтому мне вчера все раздражало. Сегодня уже лучше. Сидим, выспались хорошо. Проснулись рано, потом еще поспали. И сейчас пойдем покажем тот отель, в который мы вчера не заселились. А вообще вчера у меня было по паралии, когда шли, у меня такое ощущение было, что я на какой-то барахолке новосибирской большой. Идешь, мы шли с моря как раз, и получается, что люди наступали на пятки, нам тоже приходилось там лавировать между людьми. Ну то есть и навстречу идут, и все какие-то пьяные, разбитные, какие-то непонятные, все везде курят, прям на паралии, где все люди ходят. Я такого в Геленджике, допустим, не видела. Ну и вы видели, да, сколько в Геленджике было народу, когда мы гуляли. И сколько здесь. Я вчера даже не могла камеру достать. Вот так дорога к морю. И вот так поворачиваем. Ой, я даже забыла, как мы вчера шли. А, вот так, да? Да. По фотографиям был только отель, внутренняя часть, там бассейн. Он небольшой, вот он, видите? Вот он, так, вот он. Но, если бы сделали отсюда фотографии, я бы увидела вот эти камыши. Камыши – это значит болото, болото – это значит комары. Лягушки и все остальные прелести, и змеи еще. Вот. А там просто так хитро сделано, и фотошопом они там просто небо голубое сделали, и все. То есть никаких соседних домов, ничего. Я искала небольшой отель, согласитесь, это не сильно большой отель. Потому что вокруг, ну, большие дома стоят. И искала с бассейном. И вот мы с Михалычем вчера идем и думаем, да ну нафиг. Ну, я, по крайней мере, куда я веду своего мужика. А он эту тему не проконтролировал. И хорошо, что там получилась такая заминка, что я через Booking не до конца забронировала номер. И вчера там давай требовать, что я забронировала. Давайте. О, на болото прям видно. Вот за камышами. И вот тут тоже болото. Ну, все, мы туда дальше не пойдем. По Google по панорамам вот этот участок вообще никак не гуглится. Абсолютно. Это, видимо, были болота, их осушили, засыпали и строили такие вот плавни. Вторая еще была причина. Ладно, хорошо, что там номеров не оказалось. Даже не хотелось там оставаться. Там все курили вокруг, да? Да. Вот прям при входе. Сидел женщины, мужчины, все курили. И тут же пиво пили. Ну, короче, это не наше. Тема. И мы пошли во свояси. А у нас хорошо в отеле. Мне нравится. И тихо как-то, людей не видим, да? Но нет бассейна, минус, конечно. С бассейнами смотрели вчера отели, они большие. Ну и там ребятни тоже, как в лягушатнике. Лягушек. Уже бы так. Это просто мы с тобой разбаловались там в Геленджике. Что мы вдвоем и никого. Не, ну там даже дорога на пляж. Ты идешь там, ну, сколько человек нам встретится там пару раз. 3 человека, 5 человек, все. И по центральным улицам. А тут, видимо, вот все дороги на пляж. Витязева большой, большой, большой поселок. И все стекаются, по одним улицам идут. И на море, и с моря. Михаил, что ты мне кукурузу обещал? Ладно, вечерком. Это с утра еще мало народу. То, что было вчера, это было, конечно, вообще не вышептать. Но сегодня мне уже легче все это воспринимается. Я понимаю, что август месяц, что это Витязева.
Я знала, что в Витязево столько народу. Единственное, что пляж, мы бы ходили на дальний пляж, получается так. А сейчас мы ближе к Паралии поселились, там уже вообще никакого уединения не будет. Я заговариваться стала. Уединение. Ну и не надо в августе брать отпуск. Просто думал, Михалыч Кириллку возьмет. А он не захотел. Поэтому я августа выпросила. Вот мы поехали вдвоем. Ну какая машина еще? Ничего себе. Вон дома самые дальние. Видите, вот оттуда мы шли вчера. Там еще столько же надо было пройти. Я все надеялась, что где-то в заборе будет калиточка к этому дому отдыха нашему, к отелю. Но нет, все вот так вокруг приходится. То есть от остановки очень далеко. Вот здесь уже совсем поменьше народу. Машины, правда, есть, но народу совсем мало. Вот сюда вот я и хотела ходить. И на пляже, по этой дороге. И везде. Вот видите, вот чуть-чуть совсем идут. А вышло, что нам пришлось перейти. Переселиться в другое место. Мы поехали в Анапу, погуляем там.